Менее месяца остается до начала нового учебного года. Это значит, что школы необходимо тщательно подготовить не только для безопасного пребывания детей в учебное время, но и во время дополнительных занятий и кружков. Наши корреспонденты рассмотрели комплексную подготовку школ города Бреста и Брестской области. Подробности у Екатерины Шитько. Вопрос подготовки средних учебных заведений к новому учебному году находится на постоянном контроле заинтересованных служб. Все школы по новому постановлению Совета министров должны до 14 августа получить паспорта готовности. Пристальное внимание уделяется безопасности учащихся, материально-техническому обеспечению классов, проведению внеучебного досуга. Проводятся текущие капитальные ремонты. Текущие ремонты проводятся не только за счет средств бюджета, но и за счет привлеченных средств. В том числе спонсорских средств предприятий, организаций, частных пожертвований. Хочу сказать, что в бюджете города на этот год изначально предусматривалось около 3 600 000 рублей на текущие ремонты по решению руководства Брестского горосполкома, председателя горосполкома Сергея Николаевича Лободинского. Эта сумма была практически удвоена. В гимназии номер 4 города Бреста проведены масштабные работы по косметическому и капитальному ремонту учебных помещений. Силами города и с помощью городских финансовых средств был сделан ремонт актового зала. Актовый зал – это сердце нашей гимназии, потому что у нас есть 7 образцовых коллективов, и мы нуждались в современном актовом зале, в современном покрытии сцены. Пристальное внимание уделяется физической культуре и здоровому образу жизни подрастающего поколения. Так, на базе школы номер 9 города Бреста проведен капитальный ремонт бассейна. И с нового учебного года он сможет принимать всех учащихся Ленинского района, желающих научиться плавать и заниматься водными видами спорта. В нашей школе бассейн существует достаточно давно. В течение 2 последних лет он не функционировал. С прошлого августа здесь велись ремонтные работы. Подрядная организация «Брестоблсельстрой» выполняла целый перечень работ по реконструкции, по ремонту бассейна. Здесь практически все оборудование было заменено. Произведен полностью ремонт и внутри помещения, и снаружи помещения. Масштабные работы по благоустройству пришкольной территории, а также материально-техническому оснащению развернулись и в средней школе номер 27 областного центра. В этом году произведен ремонт 6 кабинетов. Также проведена реконструкция тира, который имеется, единственный тир в Ленинском районе города Бреста. Разбиты новые клумбы, приобретены новые вазоны, там посажены цветы. Ну и особое внимание в этом году уделено реконструкции стадиона. Всего на подготовку школ Брестской области к новому учебному году выделено свыше 100 миллионов рублей. На проведение текущих и капитальных ремонтов выделено уже на сегодняшний день свыше 61 миллиона рублей. Планируется проведение капитальных ремонтов в 23 учреждениях общего среднего образования и в 7 учреждениях дошкольного образования. Свыше 13 миллионов будет затрачено на закупку оборудования. Также из местных бюджетов планируется закупка 37 компьютерных классов, из областного и республиканского бюджетов 48 школьных автобусов. Руководство области и города прилагают все усилия, чтобы все работы по подготовке учебных заведений были проведены качественно и в срок. Екатерина Шитько, Андрей Щерба, телерадиокомпания «Брест».